Бейте жреца, бля. Рыбу поставили. Так, у нас минус один мясо в половине нет. Сделать, знаешь, что проверку, короче, допустим, типа кого, алло, кто, типа, отсутствует, алло, 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 короче. Чтоб ты хуй оторвал, блядь. Нормально слышно? Да, тогда набивают. Все нормально. Так, что ретрик у нас офнулся, я смотрю, то лока беру. Быстренько лок в шкаф, снял лока. Да, я возьму. Да бери, бери, что ты. Так, 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 что у нас по диспелам? Два мага, кот, Аршамар, дром. В принципе, у нас по диспелам хватит.
кто вообще там не знает, там что такое там диспел, вообще там без понятия, там как диспелить, еще поставьте плюс. Что я буду там с аккаунтом по диспелам. Да, но там, то есть, там и надо будет там и диспелить, там только когда он будет активен. Остальных, то есть, там все будешь бить. Знаешь, да, отлично. Маг там второй, который всех убьет, а знаешь, что как, да? Отлично. Эрдру плюс поставь, если шаришь, что по диспелам надо как делать. И Оршама. Ну, Оршама, думаю, шарит. Шаман плюс алло. Матерый шам. Ладно, ушел походу. Так, по танкам. Так, матерый шам, все. Так. Хайлайт. Так, у нас Олма танч. Потом. Ну, бессмертно у нас там на трусах. Ой, точнее, там на звезде сидит. Это прист. Потом. Так. Ну, Мишка у нас на короле сидит, то есть печенечка. Там и танки, там и ставьте, там и плюс, что услышали, там поняли все. Кварц у нас сидит там на маге. Да сейчас дам менту. И Light Warrior, ты у нас на трусах сидишь. Поставили плюс все танки, что поняли, кто на ком. Ну, ДК, там знаешь, там, когда будет там, когда надо будет там каз бить обязательно. То есть, грипнешь мага. Когда, ребят, будет активен олм, то есть, там, я даю команду, чтобы шаман дал рост, там, сразу же быстренько его заливаем. Там, вливаем в него весь свой ДПС полностью, там оставляет там все там и прожимочки свои, там все свои бурсты. Ну а так по остальным там буду наносить, пока мы будем свечиться. Весь рейс стоит там и по центру, и играем все время в Олма. И то есть там Олм будет вызывать там и собак, там и милики там, и по КД просто там заливает собак. Но он будет там сначала там и по одной вызывать. Потом, то есть когда он будет активен, мы там собак не трогаем, там и паладин там просто их там агри всех и на себя, чтобы они про это не гуляли. И фулл ДПС Волма. Потом Рога. Короче, Рога, который... И ты сидишь у нас вместе с Варом. Просто на звезде. Ой, на звезде костюм. Да. Все, понял, молодец. Так, и что еще? Что еще хотел сказать? А, вопрос. Там Бессмертный написал, что он на трусах стоит. Нет, Бессмертный, ты на звезде стоишь. Звезда — это прист. Ну, просто он там в прошлом рейде был, там просто там на присте стояли там трусы, поэтому... И ты там вместе там и с Рогой там на этих там сидишь. Что, тогда Light Warrior на трусах стоит? Да, Light Warrior на трусах, у нас так... Мишка на короле, Хайлайт на Олме и ДК на маге. Все, в принципе, весь рейд стоит по центру, у нас там танки разведут, будем играть в Олму все время. То есть там уже будем активацию ждать. Арчена баф на пол. ДЦ и ШП. ДЦ здесь, студент. Че он с Диси? Че там по... 2-4, чему одного нету? Кулак пороги дайте. А, я того уже рейдрикал кикнул, который кулаки раздает, тогда... По бафам. Ну там из танков кто-нибудь там пороги кулак дайте. Потому что там и прота нам не обязательно бафт, у нас есть ДЦ в рейде. Еще одна арча. Прикинь, мне астра развалилась. Да ладно. Как мне похуй вообще на себя. Блять, ну нормально с ним ходить-то будет. Всякое бывает. Да я чат. Поехали, разводим всех там. Олма. Олма в череп, блядь, поставьте. Что за хуйня? Куда его вообще увели?
все играем пока что волн. РДД все съехали в трусы. А мелики играют волн. Там и собак, там заливайте мелики. Ой, блядь, еще в мага играют, блядь. И то есть там АТК, там если что, там у паладина когда будет, там эстаков там 7-8. Бля, там... танк, я тебе открою секрет, собаку ты тоже должен нагреть. Да. Но там собака, она по меликам не особо бьет, так что не парьтесь. Еще там, что вот когда там и на паладине там будет там эстаков там 7 или 8, и ДК там и потаунтишь олма, чтобы там с паладина скинулись эстаки. Хайлайта, который Олма танчит с него. Да, да, вообще. Все, как сообщит, когда. Да, там есть еще там хайлайт напишешь. Сейчас там и про хил рейда активней. Хил. Все, пошлите дальше по Олму играть. РДД. Черепок все играем, ждем активации следующей через 10 секунд. Крест. Активен маг, РДД играет в мага только, так и мелики, и точно так же по Олму. Разошлись бы чуть, это живую бомбу разнесет. Да, там, то есть, ну, то есть, там урон там незначительный, у нас это хил хороший. Там активен. Да не шотнет никого от бомбы, успокойтесь. У нас тут, блядь, ПДЦ, во-первых, есть. Блять, танк, ты, пожалуйста. Ну шо, блядь, издеваетесь, что ли, ребят, блядь? Говорит, только, блядь, сказал, никого не шотнем, блядь. Сразу, блядь, у нас 4. Нормально. Так, друиды, отдайте БР по ретрику. Обязательно. Йотун Шаймен, да. Чё, блядь? Заебись, блядь! Бля, ну вы чё, рофлите, что ли? Так, и собаку мелики убивайте. Старая, там быстро, блядь. Там и прохильте сразу ретрика. Всё, играйте в Олма, да, не, ты можешь не играть по кресту. Опять поехали мага. Сколько стоков? Там и выносите тогда там живые там бомбы играют. Опять крестик. Играем все РДД в Олму. Ой, в этого в кроша, блядь. Так чё вы, блядь, его таунтите, что ли? Я не понял, блядь. Хули он все его? Ладно, ещё зайти. А он массагро жмёт, блядь, я понял. Там мелики, там и собак активнее позаливайте. Упало там уже там сколько стаков? Или он вообще... 7 стаков. Ну сейчас там, когда там это активнее, он там перестанет. Сбей каст, такая, ага, отлично. Там и затаунти сейчас после этого лома, как он перестанет быть активным. Все, может таунти, в принципе. Куда? Там палка, стаки спали. Все, спали, отлично, тогда не надо таунти, мага только. Мага только забери. Ну там грипнешь, вот, потом хорошо. Поехали, там мы по собаке все РДД играем сейчас. Все в Олма играем по собаке. Скинь да, стаки. Уже скинули стаки, не надо. Да? Было забирать. Главное мага забери. По слепоглазу поехали, РДД и мелики. Ну мелики ладно там, собак бейте стоит. У кого еще БР есть, поставьте плюс. Дай пирожка. Так, это котик. Котик, дай БР. О. Маша Шахта. Он пишет, что он зарезал. Я сказал, блядь, поставь плюс. У кого есть, а не у кого нету. Алло, блядь. Ну а нахуй тогда, блядь, мне твой там и минус нужен? У тебя там и нету БР, он там, ну молчи просто. Бессмертного прохил. Бля, хилы, вы что, издеваетесь, что ли? А,
Таларами, Эрдру там, и бессмертного БР, быстрее. Эрдру бессмертного БР. Томми Рот. Да как, блять, а, два БР, я понял. А там... Мишка, попробуй как-нибудь БРнуть, я не знаю. Лара. И прожмись там, не знаю, там, попробуй по Лару БР дать. Олм активен, шаман, давай Геру. Да мы уже не убьем, блядь, пизду, у нас ДПС не хватит, у нас, блядь, полрейда лежит. Геру, пробуем. Бурстим. Все в Олм играем, фулл ДПС. Так, и диспел по рейду у нас пошел. Рейд обязательно диспелим. Блядь. Хилы, блять, у нас просто, блять, два хулипала. Как вообще, блять, умирают танки у нас? Ответьте мне. Там подняли кого-то, что он не встает? Пиздец просто. Ну, на королях я уже, блядь, давно не вайпался. Почему когда кто-то становится активным, кроме мага, милики, не тоже не развивается? Лучше по-быстрому залить, чтобы потом маг этим активным. Да эти-то, кто вот активны, они, блядь, не критичны. Нам самое главное, чтобы дождаться олма, это быстрее, понимаешь? Будет. Нам самое главное, да причем тут быстрее? Тут, блядь, похуй, что не быстрее. Все могут пить. Не всех можно, нам, могут быть милики. Нам самое главное, блядь, и дождаться Олма, чтобы был активен, блядь, и ёбнуть его, а потом уже мы там остальных, блядь, убьем. Там это, с бомбой, оставь как-нибудь, блядь, 90%, блядь, миликов. Так в том-то и дело-то, что, блядь, и ни один РДДшник не умер. А только, блядь, одни милики, блядь. Так они бомбы прилетают, блядь, в нашу кучу, нас собаки бьют, и в этот момент бомба взрывает. У нас вот тут вот стояла, тут вот кучка, тут РДД и хилов. И ни один из РДД не умер. Я тебе еще раз говорю, мы собак бьем, собаки на нас огрятся. В этот момент РДДшник от с бомбы пролетает. От собак урон идет там за... по 3000. По 4К, по 4К, а я тебе не спорю, урон? Это просто... Ну, это вообще не... Мы умираем-то не от своей бомбы, там умираем от того, самое. Что... Нам РДДшник прикидывает, блядь, и он нас убивает. Давайте быстренько разбафлись, отдали, поставьте рыбу там, у кого была. Если рыбы не будет, могу халявину украсть, он-то поставить. Не, у кого-то была рыба. Да поставься, блядь, я отдам голд, ты, боже мой, чё, блядь, сидите, жмойте здесь. Вон рыбу поставили слева, ешьте. А чё там по диспелу, ребята, скажите, пожалуйста. Бля, я уже сбросил. Там у кого осталось, линканите. Нифига, у друида 32, бля. Друид 32, у кого-то 18. 17, 10. Вообще у друида там дамаг, до хрена дамага. Если бы он не диспелил, то он бы нанес кучу дамага. Но они не говорят тебе вообще абсолютно. Вас смотрели, кто там диспелил. Потому что я вообще там не диспелил, потому что у нас ДПС и так не хватало. Я так кого успел бы, если бы диспелил. Так, рычи на баф на пол. РДД там и хилы там наберите рейдж, то есть от этого, от трусов, чтобы вас там не откидывало, блядь, к миликам.
Бастард. И танков, блядь, там, блядь, не роняйте, я не знаю, блядь, это вообще бред. Чтоб танки падали у нас. Поехали. Развели все. Звезду забери. Там рога, там напуливай, там навара звезду. Играем все в Олма. Крест. Крош. Активен крош, РДД, все играют в крест, в мага. Там и выносить там живую бомбу либо каком. Там возле там и категория у вас такая вот и бомбочка будет висеть, увидите. Прохил рейда. Так собаку заберите из рейда. Почему она вообще в РДД уходит? Казбей. ДК. Угу. Еще играем, быстренько помогу. Все, РДД играет в Олмусе. В Олму переключились, играем дальше по Олму. Ждем следующей активации, 10 секунд. Сейчас там и собаку... Там вызовет, ее убиваем сразу же. Крест. Опять маг, РДД сыграли в крест. Там по кресту. Там нанесите побольше. Надо его уже добить. Да, можно живет. Прохил рейдом. Казби. 6 секунд, 5, давайте больше дамажим. 3. Поехали по Олму дальше. В Олму все играем. Ждем следующий. Пять секунд до следующей активации. 3. Опять маг, добиваем мага, РДД. Все, играем в Олму дальше. Там и ДК там смотри, там и за стаками, то есть там если упало, там много стаков будет. Там. Олму по танку. Покажем, что такое. Могу касты убивать, а то пяточки. Или собак потом. Следующая активация у нас 5, 4, 3, 2, 1. Смотрим на ком. Давайте звезду дадим, чтобы я слез. РДД там и милики можете все там сейчас звезду свичнуться. По милики звезду тоже не бьют. Милики бьют. Если что, частицу с кварца можно снять пока. Если
ебало. Я тут разберусь, снимать или нет. Ну смотри, я ничего не делаю, меня не бьют. Там рога можешь там давать там и станы, то есть этому вот, там и слепоглазу, то есть там и чипшоты, кидни, там все это там и проходит отлично вообще. Во. 10 секунд. Давайте больше давай. Хотя, блядь, я что-то, блядь, и проебался, там осушающая аура была. Нам надо было Милика вообще не бить, ну ладно, похуй. Поехали по Олму. Да, она прохиливается спокойно. Да там не в этом дело, что прохилится, она отхиливает само слепоглазу. Да, урон все равно больше, чем отхиливается. По собакам там быстренько сыграли. Слепоглаз активен, РДД там добивают, а Милики в Олму играют. Говоришь, урон больше. РДД только добивает. Танка прям ваншотает под зубами. Ну танк там слабенький, конечно. Но он, блядь, и в прошлый раз там оттанчил, с ним вообще никаких проблем не было. Хайлайт. Своего БРНТ? А это паладин. Да, БРНТ. А может, потому что на нем там и стаков было дохуя, поэтому и ваншотно. Ну конечно. Ну плюс это еще. От стаков его ёбнуло, блядь. Я же говорю, там, следите там за стаками, ребят, что к чему-то, блядь. БР, дай, типа, я думаю. Или там АДК уже, там, и подержи, Олму. Дай-ка бас, танку. От 5 стаков? Семь секунд, 6 до следующей активации. Ёбаный ты, сука, чего он постоянно, блядь, самый последний? Поехали, РПД. Трусы, Милик и Волма играют. По собакам тоже. Кстати, в курсе ты хуйню, что иногда чуть дальше отведёшь, на этого уёбка. Да? Активация. Спасибо, бро. У тебя, кстати, на целка 10 не стоит еще туда? А, ее там. Шайм. Я говорю, у тебя там на целка 10 гер когда нету. Я так стан должен ухожу. А на обычку? Тоже, по-моему. Мне нужна, блядь, целка 10 оп, там и КД, там лич чисто, магом закрыть. Чтоб можно было в геры тоже ходить. Все, РДД, поехали по Олму там. 7 секунд активации. В гере там в десятке лич вообще. Олм активен, шамандовый рост. Все играем в Олму. Фулл ДПС. Иди с пол по рейду. Собак заберите из рейда, там танки. Помогайте. Что диспел очень плохо проходит от ебал. Ну сейчас я просто там еще там и не диспелился, помогаю тоже. Я попросту думаю. Все, молодцы. Здесь такая духота, по-моему, блядь, на улице это плюс 30 с чем-то, блядь, вообще. У меня плюс 12. Вчера тоже задыхался. Такая жара, это уже какой день, я вообще охуеваю просто. Прикинь, у людей по неделям дожди, короче, кто-то там, хламина, у кого-то жара. У меня дожди идут. По луне.
Бля, охуенно. Надо вентилятор включить пока. Отойдите от босса, милики. Вы босса хилите, отойдите, милики. Так, что там? Так, милики сейчас отошли от босса, все РДЗ только играют. Иссушающая аура как только закончится, сможешь убить. Она обновлена. Ну все, милики, АФКшки. РДЗшники переливают. Ребят, все знают тактику дальше? Я все обычно расскажу, не переживайте. Light Warrior сказал да. Это то есть там Light Warrior, он там в ответе там изо всех. Да, все да, знают да, тактику. Да. Если кто-то не знает там тактику, Light знает, Warrior как... я не скрою. И то Light Warrior, да. Просто. За каждую незакрытую руку, блядь, минус один. Нет. Это мало слишком. Минус 10, это вот так вот. Ну ведь там и был ведь вопрос, что... Милики можете тактику... бить. Да, Милики можете бить, кстати. И Light Warrior написал да. Мне интересно, какой из этих танков должен выдерживать удар в 60 кс. Хороший танк, наверное. Любой. Любой. Там и милики прям, давайте сейчас пол ДПС просто уливайте, что он, блядь, просто... Да, сейчас милики поумирают с твоим фул ДПС. Блядь, шайтан. Милики бейте. Как тогда, блядь, РДД сикал, говорю, такой РДД. И где там, короче, там и трэш, блядь. Ты подходите, короче, к пятому под морду. Там, который там с топорами. Ну так-то хп у босса не меняется. То есть танки не понимают лишний, только что нужно отойти. От босса вы хилите под 200 к его. Хайлайт. Я по телефону говорил, сорян, ребят. Там физический урон полностью весь, а? Пацан не может хилить, нагло затить и недружелюбные карты показывает. У меня был чел, он в РБК тоже меня не мог хилить. Это а что такое? Давай. Слева. Ну я тоже гоблин, я хилю нормально. Как-то гон. Роль. Ты что, лут не поставил? Забирайте все быстрее. Да можете забирать себе. У нас идем вообще там на группуте. Понимаете? Это сейчас вот такая вот новая вот система там у Пугарейдов. Группу.
А ресницы кто-нибудь там за? Можно мне в целка в ХМ на РТ, а ты задолбался по приоритету не забираешь его? Можно Машку залёшь. Или когда в ХМ идешь, и у тебя с кораблей падает три одинаковых тканевых шапки. И вы все гильды такие, и за этим мы пришли. И что делать, ребята, если, вот, например, гоблины не могут хилить, надо, короче, исправлять личный кабинет? Сначала просто релоуд пропиши. Блин, такие мерзкие, их вообще не пью. Ребят, вставайте, кто лежит. Отбирают 2 метра, блин. Блядь, так красиво мобов подставил, блядь, пришли тут нахуй агрят, блядь, на себя. Не просто рывки делал. Нет, они будут автоматически делать. Нет, вот сначала пришли эти, блядь, с массагро, блядь, пиздюки, паладины. Потому что на осадом стоять, чтобы они рывки не делали. Да не рывки. А, он просто меня согрелся. Ребята, там, блядь, спрашивают, там... Кто там печеньку сролил? А ну-ка быстро признавайте. Да никто печеньку не сролил. Рога сролила. Рога, подай печеньку. Чего я пью? Я даже не видел, она мне не нужна. Неправда, я все видел, бля, в карман. Чуть-чуть. А роги они такие, бля, там хитрые, пиздец. Я Т4 авнута, зачем оно мне? В карман залез, забрал. Ну... Ну, мне уже в ОПГ пишет, продам за 20к. Тут я, блядь, птичку ебаю. Ну, значит, я на ДПС тогда не буду, ну вы. А кто не дает ДПС, тому в минус кролл. Ааа! В грублуте, да? Кто руки не докрывает, тоже. Я только пришел, в смысле, почему меня опять убили? Ну ты везучий сегодня, блядь. Встаем, ребят, не лежим, алло, блядь. Да есть у кого джипс? Эй, блядь, неплохо было бы потанчить.
Вас никто резать не будет, я еще раз говорю. Вставайте. Так, у нас один вылетел полностью или что? А, нет, все. Беломорка вставает, Джозеф. Да я уже встал. Вставай. Вставай, школу пора, блядь. Вставай, вставай, ты обоссался. Бля, я сейчас с таким удовольствием, сука, в школу походил бы, блядь. Походи вместо меня. А тёлки у вас в классе нормальные? Бля, вот, сука, паладин, нахуй ты это делаешь? И громил там отрейд отверните. И рога там и сядь там, и на престол там ещё какой-нибудь. Да, я бегу. Вар. Да. Бля, паладин, ты идиот, блядь. Я не идиот, ты же видишь, он чаржится. Я здесь при чем? Чё ты меня спрашиваешь? Нахуй ты таунтишь? Ну, блядь, потому что я танк, наверное, я танчу не твоего, таунчу не твоего. Ты видишь, я двоих собрал. А ладно, ребята, спокойно. Массагро жмёшь, блядь, да? И этот убегает. Массагро я не жму. Там стоп, лужи, стоп, если что. Если вы хотите, можешь всё забрать, всех забери. Главное не упади. Главное всех забери и держи агро. Ты, блядь, не умничай. Все твои, главное танчи. Я нормально поставил, блядь, он, блядь, парейт уводит, нахуй надо. Ребята, забивайте касты, жреца. Тут не я же сказал, там сядьте там на престол, забивайте им касты просто. Да им похер вообще, все касты уже прошли, 5 штук прошли. Нам очень интересно. Ну выруби что-то. Потом фу. Поставьте Дживс и верим в фото. Дживс и записано. Смертный, 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 смерт
начинается мелизона. То есть будоносит, когда в мелизоне там слева-справа. Моментально просто, чтобы реакция у вас была, там, и вы бежали быстренько там влево-вправо, там закрыли руки. Это обязательно. То есть, если там не будете закрывать руки, это будет вайпер. Это еще там лишнее время. Отсчет будет, не переживайте. И все. РТД зона там закрывает руки. То есть маги могут там по несколько раз закрывать руки. То есть там один закрыли, зажали там глыбу, там дебаф бросили и еще раз закрыли руки. То же самое там друиды, мишку, зажали любого тоже, там закрыли руки. Ну и остальные там кивары прошивают также, тоже можете еще раз. Причина баф не полная. ДК с Мишка уже туда идите, можете туда бежать. Фромикт ДК, или как? Фромукт. Так, все готовы. Сейчас танки на позиции встанут. Даю отсчет. Сначала пуляют только танки. Даю им агротайм по моей команде, шаман дает. Дает рост и так далее. Сначала там монопулу отдайте, там рост. Гера, так и за руками сейчас внимательно смотрим. Руки слева мелизона, быстренько закрыли. Танк, не спи, печенька. Мелизона справа. Мелизона справа, прям вот быстренько закрыли. Я классочку на это будет. Или зона справа рукой. Ну вы что там летели? Дебил второй раз встал. Так, и БР там раздавайте. Так и бессмертному сначала БР отдайте обязательно. И по кресту отдайте БР. Руки быстрее активнее, когда закрывать. Сейчас уже ткань руки закрывают. РДДшники руки не закрывают, поэтому кто с руками уже не бал. Ну, блядь. РДДшники закрывают руки тоже. Вы закроете. Я и говорю. Маги закрывают, потом скидывают для глыбы и еще раз закрывают. Я то же самое, что ты говорил. А лоб там что делать? Принц тучку. Какой тучку? ДЦ? ДЦ не может, ШП я может. Я закрою руку. Крест, возле креста еще одна руку закрой, одну руку закрой. Там капли. Еще кто-нибудь там потом закрывать, слева с ним. Руку закрой. То есть под печку его поставили. Слева руки мелики. Там паладин может. Бабу он добавил. Руки закрыли. Танки давно прожимайте, сразу не закрывайте руки, если вам дебаф не могу выпить. Ну там вы прожимаете, что вы это не знаете. Только слева руки закрыли, ладно, руки. Слева руки закройте, мелик быстрее. Все, руки закрывать.
крестик, ну ты чего? Убивайте, что ли, на товар, блядь. Камеру отдали на максимум, чтобы видеть, где они появляются. Иди в свою, в крестик, в свою иди. Понятно. Эта замена будет ролить печеньки с крыла? А, нет, не сможет ролить. А как они поролят, если их не было? Пусть. Ага, да. Будешь анролить одну печеньку? Интересно. Как жадность затмевает в этом глазу. Это не жадность, это жадность. Обостренное чувство справедливости? Как именно. Что там в тот раз в ЛРС положено? Да ничего, но я бы тяженько отдал, черт побери. Бля, как тот чувак там орать начал, я же это боржался с этим долбом.